Всем привет, с вами Рашберн, это рубрика «Ваше творение». И сегодня вместе с вами мы рассмотрим новую машину в виде бульдозера. Вот таким образом она выглядит. Симуляция уже запущена. На очень медленной скорости, так в меня ничего не погружается. И сейчас мы с вами опустим ковш данной машины. Так, держится он на грабе. Спускается на двойку, поднимается на пятерку, как я понял из описания. Да, так и есть. Так, обратно прицепляется. Ой-ой-ой-ой. Только не надо ломаться. Так, едет он прямо на зажатием 4,6 на нам клавиш клавиатуре. Так, посмотрим, как он будет себя вести. Ну, вроде едет. Честно говоря, я представлял себе бульдозер на гусеничном ходу. Тут автор решил сделать его всего с четырьмя колесами, что, кажется, мне не дает ему как бы показать весь свой потенциал. Вот таком, вот эти вот щиты в таком виде напоминают мне УАЗик. Какой-то, а не бульдозер. УАЗик с ковшом, большой такой УАЗик с ковшом. Ну, так вот. Своеобразные выхлопные трубы позади кабины или спереди кабины, как бульдозер это считается. Вроде доперед. И вроде решетку надо было сделать, где ковш стоит, дабы ничего не упало на водителя. В общем, ездит, поворачивает вроде как даже. Так, посмотрим. Да, сейчас он должен разворачиваться. По-моему, это происходит. Все замедленно. Да, он поворачивается. Ну вот, вроде... Да. Итак, ссылку на скачивание в описании. Будет. Так, наверное, так и оставим тут стоять. Итак, ссылка на скачивание в описании. На этом просмотр заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.